снег не глядит, словно свет впереди. Михаил Морозов учится в 10 классе в Самарской гимназии. Серьезный молодой человек. На конкурс «Ученик года» представил свой проект по сохранению природы. Главная идея, чтобы люди оставляли на планете только хорошие следы. Я пока еще не знаю, кем я стану, но я знаю то, что в любой профессии нужно оставаться человеком, нужно всегда следовать каким-то своим основам, принципам, которые выработались в детстве, были взращены в школе. Нужно по жизни быть самим собой. Лучшего ученика Самарской области выбирают в четвертый раз. На сцене 12 конкурсантов. Все они умные, позитивные, умеют работать в команде и беспокоятся не только о своих интересах. Жюри оценивает не только самих участников, но и учебное заведение. В нем должна быть стройная система образования и воспитания. Выбирать лучших сложно, признаются члены жюри. Участники проходят несколько отборочных этапов в школах, районах и округах. Это очень яркие ребята, потому что они не только хорошо учатся, они активно участвуют в общественной жизни, занимают активную жизненную позицию, и у них очень разносторонние увлечения. Сначала конкурсанты показывают свою визитку, им помогает команда поддержки. Рассказывают о себе и своих увлечениях, проектах, доказывают, почему же они достойны высокого звания. Они учатся держать себя на сцене, показать себя, проявить себя. Я думаю, это очень много им дает. Из 12 участников 5 лучших будут состязаться дальше. Яркие выступления сменятся серьезными дискуссиями на патриотические и экологические темы. Будут вместе выводить формулу успеха в современном мире. Победитель поедет представлять Самарскую область на межрегиональный конкурс в Ульяновске. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.